А вот это Анжелина мама. Что вы можете сказать за Одессу нам? Она недавно хорошего из Одессы. Мало. Все так хорошо. В Одессе все хорошо. Фонтаны есть? Есть, есть фонтаны. Отремонтировали офис. Мэр города есть? Есть. Который, воздух. Которого мы страшно не хотим. Они его не хотят, этого мэра совсем. Да. Но он их не слушается, он сидит у себя на кресле. Пока сидит. Еще будет сидеть до ноября месяца. В ноябре мы его вышкрасим. Все, они его заберут. Он вот... Они его не заберут. Мы его не, вы его вычеркните со списков. А он заберет все деньги в городе и спокойно себе уедет. Да, себе. Да, вы правильно благодарили. Он все деньги, он потихоньку забирает деньги. Он уже все забрал, все и вы заезд. А вот еще вот остальное заберет. Ну вот и все. Ну слава богу, мы в Америке, у нас тут свой мэр черный. И он уже все украл, у нас уже проблем нет. Он тоже